эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Благотворительные мероприятия, мастер-классы, субботники, квесты. Весенняя неделя добра пройдет в Сарове в конце апреля. Вокал, танцы, изобразительное искусство и многое другое. «Дыши номер два» объявил набор на новый учебный год. Отстояли право на победу. ХК «Саров» победил Сеченова в третьем матче финальной серии игр. Далее расскажем по всем подробно. Туристический поток в Саровско-Дивеевский кластер за год увеличился почти в два раза. Администрация Нижнего Новгорода и ОНО, управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. На маршруте Арзамас-Дивеево-Саров предполагается развивать религиозный и культурно-познавательный туризм, сообщила руководитель развития туризма ОНО Саровско-Дивеевского кластера Ольга Чикарова. Саров – закрытый город, недоступен к посещению туристами и путешественниками. В перспективе планируют создание виртуальных экскурсий с посещением храмов, монастырского пещеры. Комплекса, место погребения преподобного Серафима Саровского и его дальний и ближний пустынок, достопримечательности города. На сегодняшний день уже можно совершать такое онлайн-путешествие, виртуальный тур по Свято-Успенскому мужскому монастырю Саровской пустыни на портале «Серафимова земля», добавила Чикарова. С 20 по 28 апреля наш город присоединится ко всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Саровчан ожидают благотворительные мероприятия, встречи, мастер-классы, субботники, квесты и другие события в сфере добровольчества. Подробности далее. Весенняя неделя добра уже стала для Сарова традиционной. Школьники, студенты, пенсионеры, сотрудники предприятий и организаций объединяются, чтобы сделать наш город чуточку лучше, подарить улыбки и хорошее настроение окружающим. В этом году акция пройдет с 20 по 28 апреля. Очень большое количество мероприятий на эту неделю запланировано. Среди них это, разумеется, субботники, да, чистые игры, дни чистоты, которые у нас в городе проводятся ежегодно по два раза. Это акции, направленные на помощь, сбор помощи животным, бездомным. Это мастер-классы для детей с ОВЗ. Принять участие в неделе добра просто. Сделайте доброе дело, сфотографируйте это или снимите короткое видео и выложите в соцсети с хэштегом «Неделя добра Саров». Также можно зарегистрироваться на платформе добро.ру, выбрать там подходящую волонтерскую вакансию и присоединиться. Кстати, за участие в акции добровольцам проставляют часы в волонтерской книжке. Напомним, за это некоторые вузы дают дополнительные баллы при поступлении. Если вы желаете принять участие в какой-либо акции, да, то есть там студенческий десант или либо другие какие-то, вы всегда можете обратиться по номеру 99113. Мы, как бы, так сказать, связующее звено между всеми остальными объединениями города. То есть по всем интересующим вопросам 99113, универсальный номер, мы вас ждем. Завершится неделя добра торжественным мероприятием, на котором подведут итоги и наградят победителей. Но на этом добрые дела не закончатся. 28 апреля дадут старт марафону «Город единства непохожих». Его цель – оказать адресную помощь молодежи с ОВЗ. Марафон проходит в городе уже 17 лет. За это время к нему присоединилось более 15 тысяч человек. Благодаря им удалось приобрести тренажеры для спортсменов с нарушениями слуха, оборудование для слепого вокалиста клуба «Лотос». Издали литературно-поэтический сборник «Разные миры». Марафон представляет собой цикл мероприятий. То есть будет разработан план, по которому будет осуществляться и прохождение мероприятий. То есть это будет, скорее всего, благотворительный футбольный матч, который, опять же, мы на протяжении многих лет проводим. Это будут концерты, благотворительный спектакль. Я думаю, что мы еще обязательно в молодежном центре проведем. Благополучателей этого года еще предстоит определить. Марафон «Город единства непохожих» продлится до декабря. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Иващенко. Служба новостей «Саров-24». Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения появятся в Сарове. Установить их планируют на сложных перекрестках. Камеры будут отслеживать превышение скорости, движение на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В мае в Сарове начнется обработка от клещей. Специалисты обработают скверы, места массового отдыха, парки Зерновая и Сосина, а также территории некоторых детских садов. Ежегодно в городе регистрируют в среднем от 200 до 400 случаев присасывания клещей. Укусы паразитов далеко не безобидны, поскольку возникает угроза заражения такими инфекционными заболеваниями, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, информирует Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Почти 12 тысяч нижегородцев стали донорами за первые три месяца этого года. 625 человек стали донорами впервые, а более 11 тысяч нижегородцев – это люди, которые сдают кровь регулярно. Всего с начала года прошло более 200 выездных донорских акций.
Майское тепло возвращается в регион. Атлантический циклон, причина похолодания в европейской части России в минувшую пятницу, отступает. Синоптики обещают до плюс 16 градусов в середине недели. А ближе к выходным немного похолодает. В четверг и пятницу столбики термометров покажут плюс 11, плюс 12 градусов. Будет облачно с прояснениями. В субботу будет пасмурно и до плюс 11 градусов. В воскресенье к нижегородцам вновь вернется тепло. Днем обещают до плюс 15 градусов. Напомним, что еще в минувшие выходные в Нижнем Новгороде были заморозки. Музыка, хореография, изобразительное искусство, дизайн, медиастудия – лишь часть направлений, по которым юные саровчане обучаются в детской школе искусств номер 2. Школа открывает набор на новый учебный год. О том, как будет проходить прием, расскажем далее. Здесь учатся те, кому не только интересно смотреть мультфильмы, но и создавать их. В отделении «Медиастудия Дыши» и юные саровчане погружаются в мир фотоискусства, анимации и видеотворчества. Учатся основам компьютерной графики и журналистики. Школа искусств объявила набор на новый учебный год. Еще одно современное направление школы, в которое ждут талантливых ребят – дизайн. Оформление интерьеров, ландшафта, театральной сцены – все это требует специальных знаний и навыков, которые детям прививают опытные педагоги. Наш преподавательский состав – это коллектив творческих, талантливых людей. Это люди с высшим образованием профессиональным, а также с первой и высшей квалификационной категорией, которые никогда не стают учиться, постоянно изучают какие-то новые методы работы с детьми, занимаются проектной деятельностью, результаты которой мы видим не только уже на уровне нашего города, но и в области в целом. Особое внимание в школе искусств уделяют музыкальному творчеству. Здесь обучают игре на баяне, домре, гитаре, синтезаторе, изучают вокал и хореографию. Ребятам в возрасте от 10 до 14 лет преподают художественную обработку дерева. Театральное искусство постигают дети 8-10 лет. Для горожан от 18 лет доступны направления акварельной живописи и художественной керамики. В 2023 году детская школа искусств номер 2 объявляет набор по разным направлениям творческой деятельности. Ну, надо сказать, что направлений таких достаточно много. Есть бюджетное отделение, есть отделение внебюджетное. Школа располагается по двум зданиям. Одно здание находится в старом районе по адресу улицы Силкина, дом 10/1. И есть здание в новом районе по адресу Московская, 36. Заявления на поступление в школу принимают с 15 апреля по 15 мая. Затем с 15 мая по 15 июня будут проходить вступительные испытания для претендентов. Подать заявление можно по адресу улицы Силкина, 10/1, либо онлайн на официальном сайте школы. Подробная информация о направлениях подготовки и правилах подачи документов по телефонам 951-84-951-87. Мы приглашаем всех заинтересованных граждан, саровчан, для обучения в нашей школе. В школе богатый выбор образовательных программ не только для детей школьного и дошкольного возраста, но и для взрослых граждан старше 18 лет. Приглашаем вас в нашу большую творческую семью. Пасхальный перезвон. В честь самого светлого праздника всех православных верующих Саровская городская организация ветеранов провела в Доме молодежи фестиваль. На празднике побывала и наша съемочная группа. Ароматные пироги и кексы, классические и оригинальные пасхальные яйца и главное украшение праздника – куличи, творожные пасхи разных форм и размеров. В честь самого светлого праздника всех православных верующих Пасхи Саровская городская организация ветеранов провела в Доме молодежи фестиваль «Пасхальный перезвон». Я вижу, как красиво накрыты вот эти великолепные столы. Они прям возбуждают аппетит и большой интерес. Хочется тоже подойти, посмотреть. Я уверен, что сегодня у членов жюри будет очень непростая задача определить призеров. Одно лишь скажу, что независимо от того, кто одержит победу, мне кажется, вот сам формат организации проведения, вы получаете от того, что вы делаете, огромное удовольствие. Это самое главное.
Любой стол – четко выверенная праздничная композиция, где важен каждый элемент. Традиционными куличами и яйцами многие не ограничивались. На суд жюри представили много разные выпечки – торты, пироги, кексы. Также творчески оформляли и сами куличи. Жемчужина стола победителя от Совета ветеранов 3-го микрорайона – декоративное яйцо из Иерусалима. Стол был, конечно, необыкновенный, даже самим понравилось. Во-первых, у нас было искусственное яйцо из Иерусалима, красные свечи тоже, яйца лично сама ходила освещать храму всех святых, кагор, батюшку предлагали выпить. Ну, сделали и штрудель, и куличи домашние, ну, я не знаю, и торт прямо это. Придумали название каждому кулинарному изделию, чтобы как-то отличаться от других. Судили конкурсантов представители духовенства, администрации города, Совета ветеранов и Дома молодежи. При оценке изделий учитывали объем, внешний вид, аромат, оригинальность формы и украшения стола. Призерам и победителям вручили благодарственные письма и сувениры от организаторов конкурса. Все вы огромные молодцы. Все вы победители. Все вы имеете такое множество талантов, что говорят, как в древности, ни в сказке сказать, ни пером описать. В завершении праздника для участников подготовили насыщенную концертную программу. И к новостям спорта. Отстояли право на победу. В минувшие выходные ХК «Саров» принял на своем льду команду из Сеченова. Третья игра финальной серии чемпионата по хоккею высшей лиги могла стать решающей. Счет по матчам был 0-2 в пользу гостей, но наши хоккеисты не намерены сдаваться. Игра оставляла болельщиков в напряжении до последней минуты. Определить победителя в ходе основного времени не удалось. Исход матча решил овертайм. Победную шайбу в ворота противника забросил Денис Китаев. Финальный счет 8-7. Теперь нашим хоккеистам предстоит игра на выезде. Инструктор тренажерного зала спортивной школы «Икар» Евгений Марагин вошел в элиту русского жима. Спортсмен занял второе место на 13-м чемпионате России в дивизионе «Элитный жимовый марафон». Турнир среди сильнейших людей страны прошел в Доброграде. 18 лет назад Евгений Марагин пришел в спортивную секцию в мечте. Тогда не знал, чем именно будет заниматься. Как рассказал Евгений, он буквально выбирал, в какую комнату зайти, с тренажерами или с шахматами. В итоге выбрал тяжелую атлетику. Быстро втянулся и с тех пор уже не представляет свою жизнь без спорта. Профессию Евгений тоже выбрал соответствующую, тренера-инструктора тренажерного зала на Икаре. Занимаюсь в основном с девчонками. Как показывает практика, парни у нас перестали хотеть быть сильными и большими. Сейчас только девочки начали заниматься. Я не знаю, в мое время, даже 12-13 лет назад, все по-другому было. Сейчас все кардинально поменялось. То есть девочки более целенаправленные, упорные и придерживаются плана, который мы расписываешь. Как говорит Евгений, когда человек приходит в зал, он плохо представляет, что надо делать. И задача тренера – подсказать, как заниматься правильно, чтобы не нанести вред здоровью. Инструкциями из интернета руководствоваться не стоит. Для достижения результата на тренировках нужна система. Сам Евгений придерживается четкого графика. Занимается он 6-7 раз в неделю. 3 тренировки силовые, 2-3 кардио и есть еще тренировка на растяжку. Это уже в порядке вещей встать, поесть правильно, опять же, прийти, зарядка, разминка, поехали заниматься. Заминка и все такое. Ну, это со временем приходит. Поначалу людям, честно, сложно. Очень сложно. Вот это шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо. Минус прогресс пойдет. Здесь упорные, постоянные, систематичные тренировки. Как вот говорят, no gain, no pain. Нет боли, нету, соответственно, и результата. Недавно Евгений присоединился к Федерации классического русского жима. До вступления в нее занимался пауэрлифтингом. Решил попробовать что-то новое и затянуло. В регламенте Федерации нет жестких весовых категорий. Все решает коэффициент, и спортсмены находятся в равных условиях. Коэффициент рассчитывается так. Вес на штанге умножают на количество повторений и делят на вес спортсмена. В апреле Евгений занял второе место на 13-м чемпионате России по классическому русскому жиму. Элитный жимовой марафон – это 3 подхода. И в 3 подходах ты должен сделать минимум, показания мастер спорта международного класса. И только после этого присваивается звание элиты. То есть это очень сложно на самом деле. Я в воскресенье встал, я думаю, все, я сейчас умру. Прям вот мышечная боль такая сильная была. В понедельник более-менее стало. Вот вчера первый раз позанимался, потихоньку сейчас надо обратно в колею выходить. В планах Евгения популяризировать русский жим в нашем городе среди взрослых и детей. Заниматься этим спортом могут и здоровые люди, и люди с ограниченными возможностями. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группе «Канал 16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.